Потому что спасибо прежде всего государству. Если в советское время все-таки как по остаточному принципу мы обеспечивались, то сейчас в первую очередь и питание самое дорогое, и одежда, все у них есть. Но вот развлечения, мало ведь хлеба, да? Образование, развлечения. Да, а вот развлечения. Обучают нас турецкому языку, корейскому приходят, и английскому. То есть дети, они выходят подготовленными.